плохо слышно. Но чтобы нам сюда попасть, мы проходили через металлоискатели. Даже не мог предположить с другом, чтобы попасть на ту точку, на которую можно было всегда спокойно заходить. Пришлось пройти контроль. Не пропускали, потому что все время пипикало. Последнее, что оставалось пипикать, это звезда Сварога. Но все-таки нас пропустили сюда. Спасибо. Здравствуйте, с вами Вячеслав Котляров, это Харьковский зоопарк. В музей не удалось попасть, хотели с другом попасть в музей, но там случился цирк. Там, как говорится, за каждый экспонат, чтобы снять, нужно по 80 гривен платить. Дело было не в деньгах, а дело было в подаче, это и сказать, просьбы оплатить и в кассу. Поэтому мы пошли в зоопарк, и когда зашли в террариум, я подошел к птицееду и обратил внимание на кожу, которая сползла с змеи. И как вы видите, если крупным планом показать, это у нас вектор или соты. Если что-то интересное увидим еще, обязательно снимем. Спасибо. О, ты не отключил камеру, смотри. А мы тут переходим на другой стенд и видим богомолы, бабочки, соты и настоящий улей. Тут прям клондайк для фанатов векторной сотовой гармонии в природе. Да, уважаемые зрители, слушатели, ни сказки сказать, ни пером написать. Ну, с музеем я немножко преувеличил относительно. Там получается, как нам сказали в кассе, чтобы снимать видео, нужно платить за каждую экспозицию отдельно. То есть, к примеру, на первом этаже таких экспозиций 6. Каждая экспозиция стоит 80 гривен. На втором этаже 6 экспозиций и так далее. Мой друг настолько возмутился, сказал, что если бы они хотя бы сразу посчитали весь музей, уже прикрепили ярлык, там 500, 1000 гривен, видеосъемка, а то получается, они каждый квадрат разбили на кусочек и повесили на него ярлычок. Но вообще день, конечно, выдался забавный с самого начала. Пошел, как говорится, в магазин за покупками, так как не спал день, ночь и понимал, что если сейчас не пойду, не сделаю с утра покупки, то проснусь глубоко за полночь и тогда уже ничего не купить. В магазине купил 3 вида разных аджики. Когда продавщица их поставила на витрину, они соскользнули, 2 планки упали на пол. Одно, грубо говоря, удалось подхватить. Ну и пошли звонки. Через 5 минут позвонил один друг мой, Слава. Обратился с небольшой просьбой помочь в некоторых несложных вопросах, я помог. Потом другой мой Слава, друг, позвонил. Я отправился в центр тоже помочь ему пару вопросами. Но третья банка, это, скорее всего, которая не упала, это крепко держалась, это было знакомство с игуаной. Дальше вы в ролике увидите, как мне удалось найти общий язык ящерицей, которая буквально в смысле меня услышала, буквально в смысле поняла. Класс, вот это, конечно. Андрей Григорьевич? Это вы? Написано Ивана Зеленая, это Андрей Григорьевич. О, Андрей Григорьевич, здорово! Запись голоса идет? Угу. Вот, видите, уважаемые слушатели, зрители, случайным образом узнал имя. Вот подтверди, Андрей Григорьевич. Во, Андрей Григорьевич, про Андрей Григорьевич. Ну вот видите, он подтверждает, что он Андрей Григорьевич. Пожалуйста. Может, он Алексей Смирнов? Не мотает. Андрей Григорьевич?
Ну, Андрей Григорьевич, да? Андрей Григорьевич, да? Андрей Григорьевич, вот. Видишь, никакой он не Алексей Смирнов. Признал. Ой, молодец какой. Ой, ко мне идешь, да? Ты тут прям какой-то, ведь Слава Котляров подошел к Андрею Григорьевичу, он прям узнал. Вот попробуйте когда-нибудь в жизни сдвинуть игуану зеленую своим угадыванием ее настоящего имени. Обалдеть. И не путаем ни эмблема зеленая, а игуана зеленая. Андрей Григорьевич. Правильно? Правильно. И видите, он тоже весь сотовый и с бородой.